Хочу показать тебе, как же ускорить любой телефон Android в пару кликов. Для этого просто зайди в настройки, найди пункт о телефоне, и здесь у тебя будет версия MIUI. Проверь, обновления не поступили ли. Если поступили, то в правом верхнем углу нажми три точки и скачать полную прошивку. Нажми на то время, которое тебе будет удобно, перезагрузить свой телефон, и телефон реально будет работать куда лучше. Следующий пункт, который вам нужно сделать, это просто выйти назад и вот тут потапать по версии MIUI, пока вы не станете разработчиком. Дальше спуститесь вниз и найдите пункт, который называется «Расширенные настройки». Здесь вы сможете найти такой пункт, который называется «Расширение памяти». Именно расширение памяти позволит вам увеличить оперативную память на 3 гига. Память возьмется с обычной памяти и добавится в оперативку. Таким образом, вы увеличите, было 6, станет 9, и любое приложение или по экране будет глючить и лагать. Пользуйся, не благодари.